как не только у меня, я думаю, у каждого летчика был в жизни такой случай, да, когда поднимаешься по трапу, заходишь в самолет, и встречает тебя молодая, красивая стюардесса. И сердце замирает, и все. А она мне говорит: Вадим Юрьевич, мой папа вырос на ваших песнях. Я по трапу поднимался, как всегда. У меня в кабине место есть свое. А в тот день у нас был рейс на Краснодар. А у трапа, у входа я увидел вдруг ее. Молодая стюардесса в первый раз. С нами в рейсе как-то раньше не встречал. Долбанул по мне дуплет прекрасный глаз. Я споткнулся и чуть с трапа не упал. А она лимончик в чай улыбнулась невзначай. Я подумал, как же хороша стюардесса, прям хоть воду пей с лица. И смутился, как пацан, в общем, отчего не понял сам. Молодые стюардессы, сколько раз вы смущали красотой своей, и вдруг что-то ёкало опять внутри у нас, заставляя учащаться сердце стук. И запомнился мне давний тот полет тем, что думал я весь рейс тогда о том, что, конечно, первым делом самолет. Но девчонка обязательно потом. А она лимончик в чай улыбнулась невзначай. Я подумал, как же хороша стюардесса, прям хоть воду пей с лица. И смутился, как пацан, я ведь в возрасте ее отца.